Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем с тобой, пожалуй, иконоградочки. Открыть три набора карточек. Так, совершить сделку. Еду на баксы. Нет, я перебьюсь. Очки доверия тоже менять не собираюсь. Так, лабиринтозавр на 113 баксов. Даже не знаю. Лабиринтозавр. Ладно, обменяю. Баксы очень сильно нужны, поэтому пришлось пойти на такой поступок. Так, очки доверия на 5 карточек. Фигня это полная. Так, ну что, Дилофозавр. Обмениваем на баксы. 40, всего лишь 40 долларов дают. Мало, очень мало. Так, и все. Больше мы ничего сделать не сможем. Так, использовать 3 ускорения, потратить 250 тысяч еды и собрать 3 моды. Давай-ка моды, наверное, найдем. Давай, Чарли, не задерживай, пожалуйста, ни меня, ни моих зрителей. Быстренько все нам покажи. Так, устрашение. Едем дальше. Это пока у нас идут обычные моды. Опа, ну вот, совсем другое дело. Устрашение, устрашение, устрашение и кровожадность. Замечательно. Так, даже задание выполнили сразу же. Так, использовать ускорение и потратить еду. Ну, еду-то мы потратим по-любому, я даже знаю куда. Во-первых, друзья мои, у нас здесь... Вот они, все созрели. И все готовы, наверное, я так понимаю, встать на свои места. Как ты хоть выглядишь? Ага. Как обычный ящер. Так, значок собрат. А ну-ка. Вот он. Я думал, что он травоядный. А он, ребят, такой печенек, как будто он хищник. Он же хищник у нас. Да, чистой воды. Чистой воды хищнец. Так, забираем следующего. Кто у нас там? Ага. Так, Гасторнис. Вот он. Тоже его прокачиваем. Кстати, а что у нас в инкубаторе происходит? Ну-ка. Ага. Созрел наконец-то анкилодок у нас. Так, и он у нас становится 30-м. Нет, ребят, не становится. Еды не хватает, ё-моё. А где же мы теперь еду-то будем брать, а, друзья мои? Да. А еды здесь нужно будет очень-очень много, поверь мне. Так, это за один уровень 281 тысяча еды. Трындец. Так, ладно, забираем здесь награды. Сразиться на арене, использовать ускорение и канезойка, опять же. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас сегодня по заданиям. И значок, кстати, нужно собрать. Так, подожди, значок еще вот. Индрикатерий же у нас. Ну, его, ребят, никак не прокачать, потому что хавчик все, закончился. Так-с, че сюда пришел, скажи ко мне на милость. Вот что надо забирать. И глянем тогда, чтобы начать эволюцию. Чтобы начать эволюцию, а кого мы... можем прокачать. Кто у нас готов? О, вот кто, ребята, птеродактиль. Вот, пожалуй-ка, мы и начнем с него. Так мало, всего лишь 80. И по времени 4 часа. Меня это устраивает вполне, кстати. Так, ну а здесь мы ускорение, кстати, сделали, да? Задание на ускорение.
Я не посмотрел. Так, здесь забрали, смотрим. Нет, ускорение мы не сделали, поэтому давай-ка быстренько, наверное, сделаем по ускорению. Забираем. Так, Тодзи. Оп, сразу же его в переработку, да? Пеликанимим, Эрититан, Тодзи. Ну что, Тодзи, стой пока здесь. Кстати, давай-ка мы, наверное, с тобой еще закажем. Буквально парочку. Вот так вот. Так, ну что, Тодзи у нас стоит уже на месте, да? Но нам нужно еще ускорение. Так что давай. Лимносерис. Поместили. И последний, это у нас будет аргентинозавр. Так, все, друзья, с этим мы закончили. Ну а дальше PvP сражение на любой арене и три раза. Ага, три разных класса животных канайзуйской эры. Ну что, давай смотреть, что у нас тут. Что скрывается внизу? Ясен перец, черепаха. Что еще там может скрываться? Дружь земли. Ну-ка, дай-ка я гляну, что у нас тут. Трындец. Геолосмозавр. Хорошо. Ну что, возьмем телозавра, наверное. Давай возьмем телозавра. И плезиозавра. А тут можно взять архелона. Ну что, как думаешь, справимся с такой командой? Да, вопрос, конечно, интересный. Но я начну сразу с атаки. Интересно, будет сейчас меняться или нет? Скорее всего, будет. Угу. Сколько? Фига себе. Друзья, это, по-моему... Это тухлый номер. А эти еще ребята им бьют по мне, да, мощно. Сколько у них там атаки? Я рискну, посмотрим. Да вы совсем, что ли, одурели, а? Ребят, мне здесь не справиться. От слова совсем. Ну, добьют, короче, меня тут. Ладно. Неудачный бой, так скажем. Точнее, даже не то, что неудачный бой. Я просто неудачно подобрал себе команду. Я думал, будет все легко и просто. Но по итогу получилось, что вот, забомбили нас. Ладно. Сейчас мы с тобой быстренько это дело переиграем. Фух, так, поехали. Значит, сюда все-таки надо брать, блин, хайнозавр. Он у меня один. Короче, сделаем немножко по-другому. Возьму Артакона. Так, а сюда возьмем Ромалиозавра. И, например, Банана Гномиуса. Давай посмотрим, что у нас при этом раскладе получится. Ну что, сразу с атаки начну. Понятное дело, он сейчас побежит меняться. Все как обычно. Да что такое, 1182 к атаке? Совсем, что ли, оборзел? Ну-ка, давай-ка я Банана Гномиуса возьму и просто чисто его солью. Ага, клюнул. Отлично. Раз, два. Раз, два.
Раз, два. Так, в топку телозавра. Ну что, геосмозавр? Повелся, да, получается? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Я вот так вот сделаю. Поехали. Так, и последний, уже 17 уровня, 490 к атаке он имеет. Ну вот и все, вот ему и крышка. Вот и доплавалась птичка. Месть была хороша, но это только первый поединок, не забывай. Поэтому сейчас посмотрим, что нам подсунут на втором. Что нам подсунут на втором поединке? И это у нас платозавр, гауфиозавр и синатодон. Ну что, кронозавра здесь нет, наверное, смысла брать, поэтому возьму генодуса. Тут мы возьмем зухудуса, в принципе, можно, да, наверное, взять. Или не рисковать лучше. И взять сразу артокантуса. А кто у меня тогда будет в последнем поединке драться? Ладно, сделаем тогда немножко по-другому. Возьму банана гномиуса. Аммонит. Ну давай аммонит еще возьмем. Поехали. Мне кажется, что здесь генодус просто всех разрулит. Начнем. Ну, он сейчас побежит меняться, как всегда. Так, гауфиозавр взял. А я возьму тогда, наверное, аммонита. Посмотрим. Опять меняется. Он опять поменялся. Ну что? Давай, генодус, выходи. Раз, два. Так, вот сделаем. Твою налево, 29 хп оставили всего лишь. И атакует, ты посмотри, а. Так, банана гномиус, выходи сюда. Раз, два, три. Давай полностью сольем тогда. Фиг с ним. Окей, платозаврик выплыл. К примеру, он сделал так. Раз, два. Раз, два. Ты серьезно? Так, если он сейчас поменяет... Нет, он не стал меняться. Давай-ка я перестрахуюсь и сделаю вот так. Шесть очков действий. Сливает 5. Раз, два... Раз, два. Вот так вот сделаем. Но здесь мы его добили. Все, платозавр готов. Синатодон. Абсолютно ничего не стал делать. Вот тогда до свидания. Все, ребята. Здесь мы победили. Но еще один поединок. А у меня динозавров-то и не осталось. Лептостега, бананогномиус и леоплевродон. Здорово, как хочешь, так и дерись, да, называется? Так, возьмем хоп-хоп. И вот против этого
против лептостеги. Кого нам взять-то? Зухудуса. Вот так вот, наверное, сделаем. Поехали. Ну, начнем сразу набирать баллы. Дополнительные очки действий. Он решил все-таки бомбануть по мне, да? Раз, два, три. Ответочка. Так, банан-гномис выплыл. Одну очку действий он потратит, понятное дело. Два оставил при себе. Два оставил при себе. Попробуем так сделать. Так, 4 очка 10 получается, да? Еще утворяет. Так, дай-ка я хоть что-то гляну. У нас... Ага, преимущество будет, да, перед Леоплевродоном. Значит, можно спокойно этого выносить. Раз, два, три. Раз, два. Так, вырубаем бананогномиуса. И остается Леоплевродон. Какой красавчик, ты посмотри на него. Ну что, Артакандус, милости прошу к нашему шалашу. Вот и все, друзья мои. Ну что, мы узнали, что находится внизу, потому что мы это событие с тобой прошли, и забираем награду. Псифодерма. Так, 440 ДНК, 100 баксов, хавчик и псифодерма. Плюс 325 очков доверий. Все. Так, дальше идем. Друзья мои, испытайте свои силы. А что у нас за ярость мод 2? Ой-ой-ой, это что такое? Юдон. Гриппозухи всякие. Это, наверное, будет жестко. Так, ну я, наверное, начну испытывать наши силы. Давай возьмем перекани мимо и поехали. Это довольно легкое, ребят, событие. Тут нельзя нам пропустить более трех ударов. Два допустимо, три уже смертельно. Поехали. Так, он ничего не стал делать. Раз-два, раз-два. Давай колись уже. Давай, чуть-чуть потише, наверное, сделать. Чуточку. Так, он ничего не стал делать. Короче, все, ребят, я его... попробую бомбануть. Вот почему именно три, ребята, он взял? Почему именно три защиты взял? Не, блин, не одну, не две, именно три. Да потому что он знал. Потому что он знал, что именно вот так будет. Взял бы я, например, бы одну атаку, он бы там вообще бы защиту бы не поставил. Все подстраивается под меня, одним словом. Ладно, я сейчас пройду все равно, ребят. Никуда он отсюда не уйдет. Поехали. Тут, слава богу, есть кем играть. Очень много слабеньких у меня динозавров, так что... Он ходит первым. Ну, что он будет делать? Атакует. Сразу с атаки начинаем, да? Давай так проверим. Ну вот, в принципе, и все. До свидания. Допрыгался кузнечик. Здесь он сам себя раскрыл. Да он даже и не скрывался, если честно. Так, поехали дальше. Так, ну что у нас тут, например, есть дилофозавры, джунгариптеры есть. Ну давай джунгариптера возьмем. Уже почему-то начинается с редких. Ага, он опять первым ходит, да? Посмотри, я сейчас буду рисковать. Если он сейчас сделает две атаки, то мне крышка.
Раз, два. Раз, два. Вот сейчас очень опасный момент, друзья. Очень опасный, потому что сейчас у него 4 очка действия. Если он сейчас их все сольет, то мне кранты. Так, ну что же, тогда мы выигрываем. Давай, прописывай ему. Великолепно. Второй поединок тоже взят. Переходим на третий. Ну-ка, суперзавр. Ну, а почему бы и нет? Попробуем отыграть суперзавром. Он опять начинает первым. И начинает... Надо же, атаку даже не стал делать. Окей. Опять пропускает ход. 67 до 60. Блин, тут не знаю, ребят. Как тут лучше сделать? Выживаем, да? Выживаем. А его, естественно, наказываем. Прекрасно. Ну что же, осталось совсем немножко нам тут повоевать. Буквально два поединочка. Беру шунозавра. Ну тут тоже, ребята, две атаки допустимо, третья уже нельзя. Все равно вот надо было ему вот одну атаку, ну, прописать мне, понимаешь? Сейчас проверим. Пропишет он мне сейчас две атаки или же нет? Он вообще ничего не стал делать. Тогда я рискну. Есть. Все, кранты. Если бы он хотя бы одну защитку бы взял бы, тогда, естественно, мы бы проиграли бы. Ну, а тут он решил, видите ли, очки действий понабрать себе. Ну и понабрал. И последний у нас поединок. Карнораптора возьмем. Карнораптора. Поехали. Ты смотри, чё. Вот это он, конечно, осмелился. Отчаянный парень. Ну что, забытие пройдено официально, заявляю вам. Забираем сейчас награду и... будем смотреть, куда нам двигаться дальше, в каком направлении. Так, что у нас тут? Ох ты, 600 ДНК. Спасибо огромное. Так, я так понимаю, Лига Детеныша, это у нас доступно, да, уже? Событие вот это вот. Ярость мод. Ну что, пойдем тогда на событие. А, кстати, подожди, событие я сюда-то поставил? Нет, конечно. Я быстро эти бои сделал. Ускорение. А поставить никого не поставил. А у меня, извини меня, вон, есть кого влепить. Того же самого Гауфиозавр 3 дня будет выводиться. Дальше идет Леоплевродон. Их аж 2 штуки у меня. Кстати, надо будет, наверное, обоих и вывести. Хотя тут еще и Кейва... Как его там? Кейвакея? Кейвакея? Как-то так. Где ты? Вот. 4 дня, 3 дня, 3 дня. Замечательно. Ну что, пойдем в лигу попробуем сыграть. Начнем с самого-самого простецкого. Как всегда. Например...
пахицефалозавр, бронитозавра и дилофозавр. Ну-ка глянем. Давай, давай, не жмись. Показывай мне своих противников. Ага. Кулазух у него тут. И карнотавр. Ну, здесь, понятное дело, поменяемся сразу же. Он сейчас возьмет кулазуха, скорее всего. Хотя, не знаю даже, если честно, что он возьмет. Кулазуха, все-таки я был прав. А мы тоже поменяемся. И возьмем очки действий. Ну давай, давай, не шипи там. Расшипелся, я смотрю. Ох ты, две атаки он решил провести. Отлично. Тогда мы в ответочку ему, да? Раз, два. Раз, два. До свидания. Так, ну что, получается, сейчас будет дилофозавр, а там еще и карнотавр. Два хищника. Ну, тут понятно, уничтожает мне, к сожалению, пахицефалозавра. И мы с тобой... Ну, ты знаешь, мы можем даже вот этим забомбить. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, родной. Отлично. Травоядник ушатал хищника. Ну что, карнотавр, тебе придется все слить. Он ничего не стал делать. И это, наверное, зря. Вот о чем я и говорил. Ну что, ребята, первый поединок на арене у нас довольно неплохо прошел. Сейчас, я надеюсь, я не знаю, сколько он длится по времени, это событие. Если оно только недавно, то мы должны, в принципе, быстро бустануть. Ага, мы уже в добычках, значит, да, недавно открылось. Давайте мне доллары, пожалуйста. Мне нужно здесь еще долго воевать, бомбить их. Но дают монетки. Поехали дальше тогда. Если мы перелетели в добычки, то, соответственно... Возьмем Рамфоринха, Нондазуха и... И Велоцираптора. Смотрим. Кто у нас там по соперникам сейчас будет? Тоже он взял Нондазуха, Насутоцератопс. Вот такие вот дела. Начну с атаки. Пол хп сразу снесли. Отлично. Нам бы его придержать бы надо, да, Рамфоринха, потому что у нас здесь две рептилии. У нас две рептилии, поэтому... Че, я его могу сразу вырубить, что ли? Так точно. Сразу же с удара я его вынес. Окей. 92 к атаке. Да, по-моему, нам карандашечки сейчас будут. Ну что, ну дозух, давай теперь мы в ответочку ему бомбанем. Раз, два. И вот так. Замечательно. Нетриоринг появился, не заболелся. Сейчас мы его уничтожим. Здесь-то, скорее всего, не получится. А, нет, получится даже. Если он сейчас, конечно, рискнуть, не рискнуть. Я рискну. По-моему, кранты. Все, ребят. Ну что, здесь тоже мы неплохо справились, но уже чувствуется, что напряженно. Поэтому если мы с тобой в следующую лигу переходим, надо, как говорится, уже конкретных ребят брать. Да, мы уже на выживших.
Так что нам тут как бы не до расслабления. Я надеюсь, что многие в курсе, да, друзья мои, что если вы захотите, например, купить випку в этой игре или в какой-либо другой, то вы этого сделать не сможете, потому что заблокирована системная тут платежная система. И ничего у вас не получится, как бы вы ни хотели. Так, ну что, возьмем, наверное, а раз мы уже перешли на следующую лигу, то значит нам, наверное, надо будет брать уже ребят-то посерьезнее. Ну, давай проверим. Возьму Диплотатора, Лабиринтозавра возьму и Ютирануса. Или Скафагнат, нет, Ютирануса все-таки. Давай посмотрим. Если сейчас враг будет действительно сильным, то нам придется даже еще немножко сдвинуться, чтобы брать более сильных. Так, Бонитозавр, Тиранозавр. А, Тиранотитан. Ну что здесь делать-то, я даже не знаю. Здесь, наверное, вот так вот надо ставить. Естественно, Бонитозавр сразу испугается. Возьмет, наверное, он Саркозуха. Ты серьезно? Парень совсем одичал. Рискнул все-таки меня бомбануть. Так, ну что, Тиранотитан. Даже он слабый против нас, потому что у него 101 к атаке, а у нас 473 хп. Ага, Саркозуха все-таки взял. Да, тут уже посерьезнее с этим Саркозухом. Но все равно слабоват будет. Ну что же ты будешь делать, а? Скорее всего, бедняться будет он на Тирана-Титана. Мне-то это выгодно, потому что он теряет очки. Он решил бомбануть. Так, он решил бомбануть. Раз, два, три, четыре, пять. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну, здесь уже мне не жалко. Пускай, ну, Лабиринтозавр съедает. Я не знаю, там что хочет делать. У нас есть Диплотатор и есть Ютиранус, который в ответку, естественно, сейчас просто его без вопросов сможет уничтожить. Ну, давай, Ютиранус. Делай свое бравое дело. Вот и все. Ну что, опять же, победа за нами, ребята. И мы, не знаю, переходим мы на следующую лигу или нет. Скорее всего, вряд ли, потому что и так две лиги быстро пролетели. Ну да. 15-я позиция. Кстати, 15 позиций тоже неплохо. Блин, столько баксов там было, а? Они мне все еду да монетки подсовывают. Ну что же, вроде бы нормально, да? Берем тогда Афиакамима. И... Сека Гонтозавра. Вот так вот. Сека Гонтозавра. И Капразуха. Че-то как-то взял. А смотрю сейчас на этого Капразуха и думаю, зачем я его-то взял? Он даже не эпик, не легенда, он обычный. Он просто обычный, ребята. Твою дивизию, ты посмотри. Так, Эниозавр. Ну, понятное дело, ему атаковать нас, это будет просто смех. Да, девчуля? Видишь, какая аватарочка. Так, ну он все-таки, ребят, рискнул бомбануть. Я в ответочку. Оставляем ему 87 хп. Так, он меняет. Ну, я думаю, что здесь, наверное, сделать нам проще вот так вот.
Инеозавр. Раз, два. Давай так, на всякий случай сделаем. Так, вырубаем. Ну, я думаю, здесь тоже все всем прекрасно ясно, что... Да не поможет тебе это, парень. Помогло? Упс. Неожиданно, если честно, неожиданно. Так, ну, очередная наша победа. С таким гребнем спереди. Прикольным. В общем, здесь мы победили. Ну что же, давай смотреть дальше. Я думаю, что сейчас мы перейдем в следующую лигу, кстати. В охотники. Лига охотников. И дают нам опять монеты. Да чтоб тебя. Ну что здесь берем? Карнораптора. Аморгозавра возьму и... Диплотатора. Блин, мне бы хотя бы соточку баксов, если бы дали, чтобы я смог отбить те самые доллары, которые трачу на каждый бой. А трачу я по 5 баксов. То есть немало. Так, уинозавр, скалозавр. Что делать будем? Наверное, вот так вот. Ну что, пеликанептерикс сразу испугался? Конечно, испугался. Меняться пошел, я так и думал. А ну-ка вот так вот сделаем. Обманул, да? Дядюшка Рэя. Я думал, что он возьмет защиту, а он взял допочки. Ну что, рискнем? Отличный риск. Оправдался. Унайзавр. Вот появился, не запрыгался. Ну что я могу сказать? Ты, парень, тоже доигрался, потому что у нас тут Карнораптор. Раз, два. Раз, два. Единственное, что я вот не знаю, как мы будем Пеликанептерикса этого бомбить. Если особенно Диплотатор один останется. Так, он не стал ничего делать. Слушай, это возможно нам даже на руку. О, да. Еще на какую на руку? Все, ребята, победили. Красавчик, Карнораптор. Красавчик. По-другому тут не скажешь. Так, а мы переходим на 54-ю позицию. А здесь нам опять монеты. Да что ты будешь делать? Ты со своими монетами этими. Возьмем Алангозавра, Пеликанептерикса и Уинозавра. Уже, как говорится, начинаем играть по-крупному. Так, Эртитан, Денехейр. И кто там еще у него? Ага, Эфиакамин. А если я возьму и сделаю вот так? К примеру. Ну что ты, Эритидан? Что ты там задумался? Естественно, ты будешь меняться, я уже в курсе. Не стал ничего делать. Как знаешь. 3 очка действия. Угу. Решил все-таки проверить, да, меня, типа. Два очка действия он оставил. Раз, два, три.
Давай так сделаем. Вырубаем. Легенда бриллиантовая выползает. Слушай, у него всего 317 хп. Пи. Я тебя умоляю. На этих ребят алангозавра нам просто за глаза. Раз, два, три, раз, два. Так сделаем. Иди отсюда, погуляй. Ну что, Афио Камим. Ну что, Пеликанептерикс, давай посмотрим, ты сможешь. Да, в принципе, наверное, он и заклюет. Причем с превеликим удовольствием. Несмотря на то, что была классовая слабость у него, но у нас было очень много очков доверия, поэтому мы его смогли прижучить. Так, ну, переходим на следующий поединок. У нас там уже немножко остается динозавров. Но мне кажется, мы перейдем в следующую лигу. Дайте 50 баксов, пожалуйста. Конечно. Дали немножечко еды. Значит так. Карнораптор. Стегоцератопс. И Птеранодон. Вот так вот я решил сделать на этот раз. Ну давай, давай, выбирай. Так, Капразух. Кто? Эдафозавр. Что за эдафозавр еще? Какой-то ящер опять. Откуда они их всех берут, а? Вот объясните мне, пожалуйста. Откуда? Я таких даже не видел. Это, наверное, из каких-то секретных паков. А может быть, когда-то были розыгрыши, да? Но тут, конечно, мы неудачно против Капразуха встали. Меняемся. Капразух. Да ладно, он даже ничего не стал делать. Такс, это уже интересно. Раз, два, три, четыре. Готов, парень. Так, минус Капразух. Вот она, эта ящерица. 102 к атаке, всего-то лишь 102 к атаке. Фью. Блин, там, наверное, нахапал этих очков действий себе, да? Давай проверим. Так, здесь тоже врубаем. Ну и появляется Джунгариптор. Ему придется вообще все слить. Все свои очки действий, прикинь. Ну что, родной мой Стегоцератопс. Он твой, полностью весь. Просто без всяких лишних разговоров. Бамс, и все, ребят. Я отдупился, этот Джунгариптор. В общем, сегодня получается как типа мини-буста, можно так сказать, ребят, да? Так, вторая позиция. Окей. Да чтоб тебе, опять монеты. Возьму Таникалагриуса, возьму Птеранодона и Уэрхозавра. Давай посмотрим, что вот против такой команды нам противопоставят. Ну давай, 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 быстрее, быстрее находи. Так, Эриопс. Ух, ё-моё, и все бриллиантовые, ребята, все бриллиантовые. Трындец. Это просто трындец, я тебе скажу.
Ну, Эриопс, наверное, скорее всего, будет меняться сейчас. Ну да, меняется на Паразаурелофа. Атаковать почему-то он не стал. А если я возьму вот так, к примеру, и вот так. Ах ты, вот так, жучара, да, значит, решил сделать. Да, Николагрюс, выходи. Проверим. Так, минус. Пара зауралов. Центаузавр. 67 к атаке. А, ну правильно, у нас же с тобой хищник, у них слабость идет. А вот Ариопс, да, Ариопс, конечно. Он все слил. Да, Николагрюс, конечно, подбил, но он все слил. Сколько нам нужно? Две атаки сделать, да, получается? Раз, два. Вырубаем. Ну и вот он, центаузавр. Сколько же ты будешь сливать? Нисколько? Хорошо. Так, 6 очков действий. Сейчас будем смотреть, как он их будет распределять. Ну, понятно с ним все. Он все слил. И дальше мой уэрхозавр, естественно, его уничтожит. 8 очков действий, все в атаку переводим. Это там 6 тысяч, да, получается, где-то. Ну-ну-ну-ну. 7700, обалдеть. 7700. Ну, в общем, мы здесь тоже победили. И вот она, ребята. Хищники. Лига хищников у нас. Дайте мне что-нибудь нормальное. Это в конце концов, а? ДНК. Они мне дали просто ДНК. Ладно. Эдди Морфодона возьмем. Индоминуса и Диплотатора. Здесь уже по-крупному, ребята, идет все. Лига хищников — это тебе не хухры-мухры. Сейчас вот увидишь, кого тут подсунут. Лемноренко, Пахицератопса и Скафагнат, по-моему, здесь самый, да, такой слабый. Но он 38 уровня. Упс. Да. Ладно, попробуем разобраться. Блин, здесь Диплотатор вообще не в тему. Вот именно в этой катке он вообще здесь не нужен. Если брать по-серьезному. Наверное, мы его сливать первым мы будем. Вообще здесь не в тему он. Сейчас проверим, клюнет он на мою наживку или нет. Смотри-ка, не хочет клевать. Суетится, боится, но не атакует. Я не знаю, ребят, я, наверное, все-таки не выдержу и буду первый его атаковать. Так, победа, да, получается здесь. Переходим к следующему. А следующий у нас Пахицератопс. Ну, вот так вот. Понятно, Диплотатора моего ушатал.
Ну, а теперь на закусочку запустим самого его. Раз, два, три. Раз, два. Хорошо, мы ему влепили пощечину. Так, и вот он, Скафагнат. По-моему, Скафагнат тоже долетался. Хотя, если он все сольет, ничего он не стал делать. Все, до свидания. Друзья, мы прошли и этот поединок. Индоминус, красавчик. Так, ну и двигаемся дальше. Смотрим, какая позиция была. 80-я, по-моему, да? 87-я. 72-я, что-то как-то... Здесь уже, да, замедлился у нас процесс ускорения. Так, хромоспинус, ничего себе. Я хочу получить хромоспинуса, вот этого. Спинораптор, топиелозавр и апатозавр. Смотрим. Так, подбор соперника идет. Давай первым только... О, Афекамим, нормально. Вот это мне уже нравится. Этот сразу попадает под удар. Сразу его вырубаем. Вылетает Птерокецель. Это, наверное, Кеца смесь с Птеранодоном, скорее всего, да? Получается вот такой гибрид. Ну что же, здоровье у него, конечно, дофигища. 1958. Тут, да, тут нельзя сказать, что он слабак. По ХП именно. Сейчас посмотрим, во что это все выльется. Можно взять апатозавра и... Тоже, кстати, не очень слабо ему бомбануть. Я, наверное, так и сделаю. Я возьму апатозавра и все солью в атаку. Нормально, нормально. В любом случае, ему сейчас придется наверняка поменяться на карнораптора, скорее всего. Подожди, какой карнораптор? Это у нас спинораптор. Вот. Еще вытворяет. Ну что, топиелозавр, погнали. Раз, два, три. Отомстили, так сказать. Ну и опять же, птерокецель. Да ладно, абсолютно ничего не стал делать. Ну тогда уж извиняй. Вот и все. Здесь тоже победа наша. Ну что, поехали дальше. У нас там поединок другой еще остается, и все. В доминатор вряд ли мы, конечно, сегодня попадем. Не 750, а 75. Ну правильно, все против нас. Давай возьмем Нундагозавра, Эдиуморфодона и Раджастегу. Все, ребят, это последний поединок здесь, на арене. Там еще останется только сыграть в Кайнозойку и, в принципе, все, что смогли на сегодня, мы прошли. Так, Пристазух, Спинатазух и Паразавр. Блин, а Пристазух по атаке мощнее получается, да? Сейчас возьмет паразавра. Чую, возьмет паразавра сейчас. Ага. 990 к атаке. Нормально такой вариант тебе? А мы вот так сделаем.
Сейчас побежит отсюда. Только пятки сверкать будут, вот увидишь. Спинотазуха взял. Ох, какой ты смелый. Спинотазуха. Так вот сделаем. И вырубаем его, да? Получается. Так, выползает паразавр. 660 катаки. Наверное, все сейчас будет сливать. Угу. Я сам подставился под атаку Раджастеви. Раз. Два. Ну и пристазух. Ну давай, давай, не кривляйся там. Ну что, идем, Морфодон. Делай все как обычно, все как ты умеешь. Все как мы учили. Разыграй по нотам. Да, друзья мои, именно это он и делает. Ну что, победа, мы победили. Здесь жалко, конечно, что в доминаторы мы не прошли. Но я думаю, что и это будет тоже неплохо. 41-я позиция. ДНК. Жалко, конечно, что я по баксам не отбил. Совсем ничего, ребят, не отбил. Здесь забираем с тобой награду. И нам нужно сыграть одну битву Канезуйской эры. Сейчас здесь заберем. И давай переходим в ПВП. Сюда. Раз, два, три, поехали. И здесь тоже, блин, как назло, нужно потратить 5 баксов. Эх, Гасторнис, Гасторнис. Надо будет тоже их, ребят, скрещивать. Так, Гриптодон, Фраракас, Энталаракас. Это, скорее всего, Фраракас с Энталадоном. Смесь. Ну, давай начнем так, наверное. Понятное дело, меняться. Побежал сразу меняться, а? Проверочка. Ну что ты? Опять меняется, берет Глиптодона. Ну, жук навозный. Сейчас ты у меня получишь. Сейчас ты у меня получишь по первое число. Раз, два, три. Иди отсюда. Не нервируй меня, муля. И вот он, Фраракс, вышел. 328 катаки. Давай, 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 что-нибудь делай, птичка. Бомбануть по нему или что? Я думаю, надо бомбануть, наверное. Только мы сделаем, наверное, вот так лучше. Это будет у нас пущенное мясо. За счет него мы наберем с тобой допочки. А он сейчас будет только их тратить. С превеликим удовольствием, вот увидишь. Ты сейчас серьезно, что ли? Сделаем тогда вот так. Ага.
Все слил абсолютно, ребята, что у него было. Все, что он там накопил. 1048 хп у него, да? Ну давай. Готов, парень? Энталаракс. Давай, что-то там делай. Выпендривайся. А решит, наверное, пробить. Ты смотри-ка. Ладушки. А если мы сделаем вот так? Все, друзья мои. Здесь тоже победа за нами. Сейчас крутанем рулетку. Новичка. А, любители. Рулетка любители. Я уже привык, что всякую ерунду нам тут дают. Я даже не буду крутить дополнительный раз, потому что это бесполезно. Вылетит игра, скорее всего, и все, и не зайдешь потом. Так, ну ярость мод, к сожалению, ребята. А он через 3 часа кончится. Так, здесь забираем 40 долларов. И вот он наш пак. И еще 40. И деньги. Ну что, друзья, вот как-то так. Сегодня мы поиграли. Все у нас везде работает, да, все активировано. Все, как говорится, отлично. Насчет, ребята, вот вступить, да, про VIP. Ну вот, например, нажимаешь вот так вот. Появляется вот такая вот. Работа платежной системы Google Play в настоящее время приостановлена на территории России. И все. Хоть ты с VPN, хоть с бомбином, ничего ты сделать здесь не сможешь. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.